Благодарственное письмо главы Одинцовского городского округа вручается Абуловой Марии Тагировне. В колледже училась на юриста, сейчас получает высшее филологическое образование. Мария Абулова трудится в МФЦ уже 3 года. Через нее проходят заявления из всех 6 подразделений центра. Она же отправляет их дальше, в ведомство. Признается, больше всего любит работать с паспортами. Чаще всего меня удивляют подписи детей 14 лет, потому что они расписываются какими-то утятами, то есть берут свою фамилию, коверкают ее, сердечки, рисуночки у меня каждый раз такие. Вот это вот самое интересное и самое казусное, наверное. Благодарственными письмами наградили 10 сотрудников МФЦ Одинцовского округа. Это лучшие из лучших. Мы оценивали, конечно, объем работы, который они выполняют. Мы выбрали самых ответственных, самых шустрых и самых умненьких. В прошлом году сотрудники МФЦ оказали более 750 тысяч услуг. Уровень удовлетворенности их работы приближается к 100%. Наш Одинцовский МФЦ не только один из первых всегда в Подмосковье, но один из лучших в России. И те многочисленные награды, номинации, тому яркое подтверждение. И мы в этом совершенно не сомневаемся. За 11 лет у вас сформировалась очень профессиональная, сильная, самое главное, надежная команда. В округе работают 6 подразделений МФЦ, 2 в Одинцово и по одному в Кубинке, Голицыно, Звенигороде и поселке Внеисок. При этом число очных обращений снижается. Заявители все чаще предпочитают получать услуги онлайн. Евгения Августина, Карина Яряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».